торт 180 грамм и кофе лесного ореха 20 грамм. Яйца забыла дома, недобор будет по белкам. На завтрак всего 21 грамм. У меня время обеда, я буду есть щи с фрикадельками, там их 4 штучки, еще осталась одна порция, 325 грамм. И буду есть пирог с курицей и грибами. Сколько начинки. Красота. 135 грамм. Супер. Время полдника. Буду есть куриные рулетики с творогом, с зеленью, чесноком. Такие маленькие у меня получились. Буквально массюськи. Сверху обмазала томатной пастой. 130 грамм рулетиков и 170 грамм винегрета. Винегрет покупной. Вот такой полдник. Добрый вечер. Сегодня 9 апреля. И у меня минус 10. Я надеюсь, то, что завтра не будет привеса, потому как я вчера толком ничего не ела. Первый раз поесть смогла только в пол первого. С утра вскочили, побежали к психологу. Потом я побежала в дачное СНТ. У меня коктейль. Кстати, коктейль я пью каждый день вечером в последнее время. Может, из-за этого уходит вес, может, нет. Не знаю. По сути, должен уходить, конечно, из-за того, что мало калорий. Вот, сходила, в общем, в СНТ свою дачную. Потом съездила, сдала последние анализы. Сегодня уже получила результаты. Так, потом я поехала на работу. Мне надо было подмениться. Ну, подменить девочку, чтобы она могла сходить по своим делам. Вот. А потом уже поехала домой. Дома, естественно, дела. Ездила к сестренке, отвезла ей тортик. Пусть наслаждается. Вкусно. Короче, устроила я вчера себе выходной. Сегодня на весах так обрадовалась, но слишком много ушло. Меня это пугает немножечко. Что там, 800 грамм получается. Такого не должно быть. Так что вот такие пироги. Сейчас ставлю фотки, где я 1 января фоткалась. Там во мне уже 116 килограмм. И покажу, что на сегодня вышло. Когда девочкам показала на работе, она говорит, так незаметно. А вот по фотке, говорит, заметно. Я говорю, ну правильно, вы меня, кажется, 2 дня видите, поэтому незаметно. А так будет заметно. Так, все, я буду доедать. Мне еще надо собрать на завтра себе еду. И пойду отдыхать. Спасибо, что смотрели. Всем пока. И хорошего настроения. Худейте весело, хорошо и легко. Пока.